со дня рождения Татьяны Георгиевны Смирновой. И мы будем очень рады вас видеть. А в заключение сегодняшнего концерта прозвучит «Русское скоморожье, как у бабушки козел» из хорового цикла «Песни дружбы. Слова народные для смешанного хора». И «Именины» из цикла «Семь стихотворений» Александра Сергеевича Пушкина для смешанного хора. Исполняет камерный хор «Марк Аккорд», руководитель и дирижер Татьяна Дмитриева, хормейстер Татьяна Прокопец. Бабушки козёл.